Dice a chicken breast. I have 700 grams. Нарезать кубиками куриную грудку. У меня 700 грамм. 1 tablespoon of any vegetable oil. 1 столовая ложка любого растительного масла без запаха. 30 grams of butter. 30 грамм сливочного масла. 1 teaspoon of salt. Чайная ложка соли. Italian herbs, including rosemary, oregano, basil and other herbs. Add to your taste. Итальянские травы. Только по вашему вкусу. Травы. Петрушка. Парсли. To taste. Все по вашему вкусу. A tablespoon of lemon jam. As I make it, you can find on my channel. Столовую ложку лимонного джема. Как я его готовлю, вы сможете найти на моем канале. Джем. Пепер to taste. Черный перец по вкусу. Миксуем. Хорошо перемешать. Add chicken breast. Куриную грудку. On a high temperature, на высокой температуре, 3-5 минут. Enough, достаточно. Rinse the mushrooms quickly, so that they don't have time to soak in water. And then peel off. I have 680 grams of white mushrooms. Быстро их обмыть водой, чтобы не успели напитаться ею. И удалить кожицу. Вот так это легко делается. Подрезать слегка ножку. Таким образом. One large onion. Одну крупную луковицу. Melt 25 or 30 grams of butter and brew onions in it. Растопить 25 или 30 грамм сливочного масла. Запанировать в нем лук до золотистого цвета. Fry on a high heat until golden brown. Варить на высокой температуре. Enough. Достаточно. 2 cloves of garlic. I will take 3 cloves. Очистить, помыть и мелко нашинковать 2 зубчика чеснока. Я возьму 3. Разогреть сковороду. 1 tablespoon of any vegetable oil. 1 столовая ложка любого растительного масла без запаха. 30 грамм сливочного масла. Egg mushrooms fry 3 minutes. Добавляем грибы, жарим 3 минуты. Reduce heat, cover, fry until the liquid evaporates. Уменьшить температуру, прикрыть крышкой, готовить до выпаривания жидкости. Enough, достаточно. Now I will add some Italian herbs, salt and black pepper to taste. Я добавила итальянские травы с тимьяном, розмари, орегано, базилика и другой с зеленью. Соль и черный перец по вкусу. Fry onion. Поджаренный лук. Mix well. Хорошо перемешать. Increase the temperature. Увеличить температуру. Add garlic. Добавляем чеснок. Mix well. Хорошо перемешаем. 3 tablespoons with a slide of sour cream.
is somewhere around 50 or 70 grams. It depends on the size of your spoon. 3 столовые ложки сметаны – это от 50 до 70 грамм, в зависимости от размера вашей столовой ложки. Sour cream из сметаны. Mix well again. Еще раз хорошо перемешать. Enough. Достаточно. Add chicken. Добавляем курицу. Mix well. Хорошо перемешать. Enough. Достаточно. Pass a kilogram of peeled potatoes through the grater. Cook in portions so that the potatoes don't have time to darken. Now here I grated 500 grams of potatoes. Мои дорогие, готовлю порционно, чтобы не успел потемнеть картофель. Сейчас здесь я натерла 500 грамм картофеля. Salt to taste, соль по вкусу. Mix well, хорошо перемешать. Squeeze out excess liquid, отжать лишнюю жидкость. Carefully drain the liquid and leave the starch. Add back to potatoes and mix well. Добавить назад картофелю и хорошо перемешать. One tablespoon of flour. Столовую ложку муки. Mix well. Хорошо перемешать. One egg. Одно яйцо. Mix well again. Снова хорошо перемешать. One tablespoon of any vegetable oil. Одна столовая ложка любого растительного масла без запаха. 30 grams of butter. 30 грамм сливочного масла. Lay out not in a tin, but not in a thick layer. Cover with a lid. Cook over medium heat until golden brown. Выложить не тонким, но и не толстым слоем. Прикрыть крышкой. Готовить на среднем уровне огня. Some cheese, немного сыра. I have mozzarella cheese. У меня сыр моцарелла. Chicken with mushrooms. Курица с грибами. And cheese again. И снова сыр. Fry until golden brown on both sides. Готовить до золотистого цвета с двух сторон.
My dears, I have exactly half of the portion of chicken with mushrooms, calculated for 1 more kilogram of potatoes, to make a fresh portion of panski diru again. Мои дорогие, у меня осталась ровно половина фарша из курицы с грибами, рассчитанного еще на 1 килограмм картофеля, чтобы снова приготовить свежую порцию панского дируна.